Сухая и жаркая погода ухудшает состояние и без того не самых ровных городских дорог. В условиях высоких температур в Запорожье начал плавиться и проваливаться асфальт. Как справляются с этой проблемой коммунальные предприятия, узнавали наши журналисты. Температура выросла настолько, что даже асфальт не выдерживает и начинает плавиться. Хоть въезд большегрузного транспорта в город запрещен, но излишнюю мягкость дорог чувствуют не только водители автомобилей, но и пешеходы. Качество городских дорог резко ухудшается. Бороться с этой проблемой коммунальщики решили с помощью воды. На заседании чрезвычайной комиссии было принято решение усилить работу всех дежурных служб. Теперь дороги и зеленые насаждения поливают практически круглосуточно. Поливаем сейчас дороги, потому что жара большая. Тяжеловато и водителям, чтобы пролегче было. Ну, стараемся угодить. Основными для охлаждения были выбраны дороги, загруженные общественно-городским транспортом и особенно троллейбусами. Ведь они, двигаясь в одной и той же полосе, выдавливают своим весом колею в раскаленном покрытии. Всю поливомоечную технику мы сместили сейчас на день. И в целом где-то от 14 до 15 машин, которые работают, ну получается по 2 машины в среднем на район. Вот эти машины сейчас работают по охлаждению асфальта, в основном на основных маршрутах. Без внимания не остались и зеленые насаждения. Почва просохла настолько, что влаги в земле попросту не хватает растениям. Поэтому, спасая легкие нашего города, деревья, цветы и кустарники увлажняют чаще. В этом году воды на полив ушло почти в 2 раза больше, чем в прошлом.